От Ямала до Москвы. Чебоксары стали участником всероссийской акции, посвященной столетнему юбилею пограничных войск России и СССР. Флаг зеленых беретов уже проехал более 2000 километров. Салехард, Сургут, Магнитогорск, Тольятти, Ульяновск. Изначально в маршрут включили 24 города, но по факту их оказалось больше. В своеобразной эстафете принимают участие действующие офицеры погранслужбы, солдаты и ветераны. Отец Сергий служил пограничником в туркменском Сераксе. Пограничные войска всегда были основой государства российского, потому что охраняя границы, рубежи государства, первый удар пограничные войска всегда принимали на себя и задерживали неприятеля до подхода основных сил. И порой пограничники ценой своей жизни защищали свою родину. Участники акции возложили цветы к месту будущего памятника пограничникам. Среди них были и кадеты 53-й Чебоксарской школы. Когда я вырасту, я хочу стать военным, пограничником. Я с детства мечтал стать. Я хочу служить на границе. Я буду охранять родину. Из Чувашии знамя погранслужбы отправится в Нижний Новгород. 28 мая, в день пограничника, флаг прибудет в Москву и примет участие в праздничном параде. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Валерий Резюков. Республика.